переночевали. В машине тепло, пар идет теплый изо рта. Значит, тепло. И поехали. Судя по тому, что водитель под капотом, все в порядке, все работает. И печка, и водитель, и капот. Приехали. Нормально, спокойно подготовимся. Разгружаемся. Пойдем. Двигайся, сейчас. Дайте. Тебе как бы так сейчас подержу. А. Туда? Паш, я не знаю, на какой там свет. Но вот у нас... Ну, я не помню, у какого микрофона я сегодня стою. Себяшка. Жизнь сложная штука. Приходится делать выбор. Выбирая между звукорежиссером и батареей, я выбрал батарею. На той стороне буду, где батарея. Алло, это клуб неуверенных в себе людей? Вроде да. Слушайте, ну, в зале очень-очень темно. На сцене беда со светом, и она не решается. Так что сегодня в полумраке я себе сейчас лампой подсвечиваю, чтобы... То есть лазерное и световое шоу пройдет на ура. Остальное, ну, нужно использовать, наверное, приборы ночного видения. Вот. Ну, фойе как-то... Как-то оно теплее, да? Чем в зале. Я вообще замерз. Как работать? Вход на сцену, мусор на пол и складывать. Глядюсь, делаю так называемую за кулисами. Завтра выходной. Сейчас нужно будет пилить 200 километров до гостиницы. Где-то перекусить найти. Ну, все, в общем, как всегда. А, железные пруты. Надо помочь человеку отнести. Машина перегревается, закрывается. Видите, под капотом. Двигатель не выключил. Холодное дыхание Геннадьевича резко охладило движок. Что он сделал, чем плюнул, непонятно, надо спросить. Давайте узнаем. Может, обматерил? Ты что, температура упала, ты чего там, обматерил двигатель, что ли, или что? Да, ну реально, смотри. Что там? Соло, антифриз нормально, в норме? А что сделал? Секрет раскрой. Шайтан. Кулаком помахал. Кулаком помахал? Вот оно. Ну, немножечко часть вещей разгрузили, чем напрягли женщину, принимающую нас. А, да. Приходит, тут очень много золушек, золотца. Отдохнувший я выгляжу.